Дорогой Владимир Ильич, страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки по их указу распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. Другого объявили сумасшедшим. А? В больницу определили. Это какое место письмо? Это Узбекистан дело был. Я сам такое дело имею. Погоди, погоди, читай, да, читай, читай, читай. Кулаки убивают, верствуют над народом.